Всем привет, ребят. Ну что, вот мы на аккаунте победителя. Веселый парень на стриме был по Анхейму. Женя, спасибо. Да не за что. Выполнил условия, получил приз. Поздравляю, все сделал правильно. Конкурс на Огника был, ребят, кто не в курсе. Был он сутки, сейчас есть другой конкурс на большой пак. Завтра будет окончание, точнее сегодня вечером. Я вам просто вечером снимаю, утром открою видосик. Посмотрите пару видео назад, что надо сделать. Там простой конкурс, чисто на удачу. Я сказал, что я буду разнообразные конкурсы делать. Ваша задача участвовать, выполнить условия и, в принципе, ждать удачи. Так, окей. Воздушный шар у нас заканчивается. Забрал я пока ему два больших вот таких вот пака. У него уже будет на прокачку на 4 героя на 9 скилл. Давайте посмотрим аккаунт. Так, ну судя по всему, аккаунт был бездонатный. Мы ему две шапки подогнали. Вот так вот. Такс. Поехали посмотрим, что у него вообще творится по героям. Ролить мы ему не будем, он попросил попозже поролить. Так, ну да, у него тут героев надо и надо. Махатма, Ледяха, ну в общем, вот так вот. Поехали, забираем. Вот такие вот плюшки я ему забрал. Сумок этих я вам показывал, очень неплохо падает Розалинда, возможно, мы ее тоже соберем, кто его знает. Окей, поехали. Давайте откроем изначально сейчас сразу же, ребят, 10 сумок Розалинды. Поздравляю! У тебя есть Розалинда. И это реально круто. От души поздравляю. Надеюсь, она тебе принесет удовольствие на аккаунте. А вы, ребята, как обычно, ставите лайки, репостите, потому что скоро будет опять новый конкурс, которым я тоже думаю запишу видео сегодня, вечером, к вечеру выложу. В общем, вот так вот. Поздравляю, очень отличный герой. У тебя он уже есть. Поехали изначально акции, сейчас посмотрим, что у нас есть. Так, это все базар. Базар, выращивай призы, рулетка удачи. Поехали в рулетку поиграем. Так, 11 попыток всего, смешно, конечно. Ну, отсюда тоже, кстати, можно Огника вытащить, если повезет. Фрейка, вот так вот. Но Фрейя, по-моему, у него есть, если я не ошибаюсь. Ну, считайте, вторая имба. Так, отлично. Так. Да, Фрейя у него уже есть. Коробочка есть, еще карта есть, отлично. Так, рулетка удачи. Давайте разбиваем. А, давайте, кстати, посмотрим, что тут, если он не забирал в акции. Тоже интересно посмотреть на это. Руна таланта 6, отлично. А, так, разбей яйца. Поехали, побьем яйца на его аккаунте. В общем, нравятся мне такие конкурсы, где все чисто на удачу. Поехали, 24 попытки. 50 кристаллов. Давно я уже на русском сервере не бил яйца. Я перешел полностью на английский сервер. Такс. Да, печально тут, конечно, с героями. Но тут тоже можно выиграть Огника и Розалинду. Видите? Юбилейная сумка. Так, Железная воля, первый сад. Смешно, конечно, на это смотреть. Я вообще
на английском привык, у меня все на максимум восьмерки. Я захожу на русский, конечно, свой на старую основу как-то аж не по себе, теряешься немножко. Так. Бигфут, вот так вот. Еще и бига тебе подогнали. У него, по-моему, есть, да. Ну, зато уже есть Розалинда, это радует. Хорошо. Поехали, откроем Розалинду. Где там она? Так, а что тут у нас еще? Восьмая эмблема. Ой, вообще огонь, ребят. Это топчик. Это однозначно топчик. Лайки руками, ногами лепите. Давайте открываем карточку. Бум, Фрэнки. Пайки у него уже есть. Давайте открываем это. Так, что 20 коробок. Супер. Просто супер, ребят. Теперь у него будет вообще огонь. Такс. Что там у нас еще есть по акциям? Рулетка. Разбей яйца. Большая выгода. Так, ну поехали. Большую выгоду посмотрим. Что там есть интересного. Забрать. Забрать. Супер. Финика даже забрали. Командора не хватает. Ну, Розалинда уже ему не нужна. Отлично. Забираем. Поехали. Открываем. Давайте, кстати, пятое тоже откроем. Еще коробки. Ой, мы коробок ему навыбивали. Супер. Посмотрите, сколько коробок вытащили. 66, ребят. Офигеть. Прикольненько. На русском сервере давно я так не трешивал. Такс. Открываем. Где там наша Розалинда? Попробуем ему талантики нормальные выбить. Обмен. Так, ну что, поздравляю. Еще один герой. Так, войти. Такс. Вот она. Вот она, красавица. У него тут просвет. Ну, я поставлю на нее. Бум, гнев. Ох, не можно и шапки поставить. Баст. Баст, баст, баст. Ладно, не буду я тратить сейчас таланты ему отдельно. Потом запилю талантики. Думаю, тут будет кого прокачать. Рая бог войны. Я бы перекачал. В общем, оставим пока баст. Поехали дальше трешивать. Талантиками мы потом разберемся. Открываем эти сумочки. Такс, поехали. Поехали, прайм руны пооткрываем. Бум. Исцеление вообще супер. Даже если у него тыковка, дар жизни. Ну такое себе. Ребят, бездонатный аккаунт получает топовые рунки. Пакт, отлично. Ремочка восьмая, офигеть. Супер. Гнев. Ложный. Разнообразные падают. СО, супер. Так, гнев опять. Изворот, вообще кайф. Еще один изворот. Ну что, ребят, это однозначно вышка. Поздравляю от души. Ремка даже восьмая есть, отлично. Поехали посмотрим на его эмблемки. Ну, я думаю, мы тут трешанули отлично. Все, что надо, повыбивали. Пакт есть, СО есть, изворот. Ну, ремка...
Два исцеления. Ну, конечно, водушку хотелось бы еще сюда, к этому комплекту. Ну и так, в принципе, неплохо. Окей, поехали. Поехали, поехали, поехали дальше трешивать, ребят. Самое интересное. Так, давайте еще это лючок откроем. Бум. Так, понятно. Нас интересует вот это. Сколько мы сможем собрать? 15. Есть. 100! Офигеть, ребят! Просто жесть. Может, ему даже 2 соберем. 125. Офигеть. Где-то 150 уже. Все, ребята, огник собран. Офигеть. Вот это поздравляю. Жесть, ребят. Поздравляю с огнекрылом. Возможно, еще сейчас и 2 соберем. Блин, это будет, конечно, топово. Такс. Let's go, let's go, let's go, let's go. Давайте сразу же 8. Бум. Блин. 1,5. Ну, я думаю, он дособирает. В общем, вот такой вот, ребятушки, трешачок. Пишите комменты, ставьте лайки, репосты. Потому что скоро будет ежемесячный конкурс. Я его сделаю с определенного числа по определенное число. В общем, вот такой вот, ребят, трэш. Поздравляю. Блин, круто получилось. У тебя есть теперь 2 героя. Давай сейчас их откроем. Где там? А, мы уже одного открыли. Офигеть. Почти 2 огнекрыла. Окей. Есть. Вот он, огник. Давайте ему. Хотя нет, давайте посмотрим, что у него по героям. Там есть, может, кому-то другому васт более важно поставить. Анубис. О, видите? Отлично. Бум. Гнев. Ну, гнев можно кому-то допу пихнуть. Даже на побашку временно поставить. Ремочка вообще отлично. Ну, блин, ремку. Ремку, ремку, ремку. Ремку я пока оставлю. Посмотрю по героям. В общем, вот так вот, ребят. Такой вот трешачок. Сразу же, блин, 3 топовых героя. Фрея, Розалинда. И практически 2 огника. Ну, поздравляю. Надеюсь, ты будешь довольный, когда будешь смотреть этот видос. Все, пишите комменты, лайки. Всем удачи, всем пока.